Евгений Седых. И у нас у паркета в студии игрок стартовой пятерки, один из лучших скореров-бомбардиров команды Кори Хиггинс. Привет, Кори, спасибо, что пришел. Всем привет. Может быть, тогда я буду задавать тебе вопросы по-русски? I will be asking you in Russian. По-английски, пожалуйста. Давно следите за играми баскетбольного ЦСКА? Нет. Ну, хотя бы сделайте вид, давайте, мы же не в прямом эфире. Сделайте вид, что вы хорошо разбираетесь в баскетболе. Давайте я еще раз к вам подойду, как будто. О, здравствуйте, вы хорошо разбираетесь в баскетболе? Да. Команда «Будущность» — это наш соперник сегодняшний. Это клуб, который стал чемпионом NBA в прошлом году и по результатам этого смог перейти в Евролигу. Второй — чемпионат Адриатической лиги. Или команда, занимающая четвертые строчки в розыгрыше единой лиги ВТБ. Вот как вы думаете? Второй. Чемпион Адриатической лиги. Откуда у вас такие энциклопедические знания? Я жила там с ними 5 лет. Со всей командой? Ну нет, я как бы их знаю. Размах рук Андрея Воронцевича равен длине лежащего Андрея Лопатина. Вы знакомы с творчеством Андрея Лопатина? Вы не ходили на концерт Андрея Лопатина? Не ходила. Да как ты можешь? Ну вы даете. А как же песня для тебя? И в студию на паркет пришел диджей Лосев. Привет. Кто из вашей команды ЦСКА-2? Ага. Декало, кто Родригес? Ну, давай так. Кто Семен Антонов? Семен. Вот маркер, прошу обвести. Семен Антонов – это Востриков. Семен Антонов – это Востриков. Он наш капитан. Так. Хоменко у нас Декола. Декола. Так называют нам, да, Декола. Ну, да, молодежки, да. Ну, Родригес, наверное, у нас будет Гаврилов, так скажем, Гаврилов, по-честному. Окей. Александр скажем, Гаврилов. Вот. А Кори Хиггинс у нас Ершов. Кори Хиггинс – Ершов. Вот. С остальными позициями у нас сложнее. Синий у нас. Давайте, синий у нас. Синегубов, это, Данил, да, Синегубов. Да, Синегубов. У нас будет ближе, наверное, к Отелло Хантер. Окей. Друзья, спасибо за внимание. Увидимся снова здесь же. Счастливо.